Самую высокую ноту в своей юной певческой карьере планирует взять солист вокального коллектива «Кнопочки» Дворца культуры «Электрон» Всеволод Фатеев. В числе 10 сильнейших вокалистов не только России, но и других стран он вошел в финал международного конкурса «Детская новая волна». Но прежде чем попасть в заключительный тур престижного телевизионного проекта, Всеволоду предстояло пройти несколько этапов. Слепые прослушивания, отбор лучших участников Приволжского федерального округа в Казани и полуфинальный этап конкурса в Москве. Затем нас пригласили, соответственно, в Москву. Мы попали в Академию Игоря Крутого. Мы его там видели. Ну и из 90 человек, которые приехали туда не только с уголков России, но и ближнего зарубежья, такие страны, как Беларусь, Израиль, Казахстан, Армения. Вот 90 человек было, 90 детей, талантливейших, сильнейших детей. И вот мы попали в десятку финалистов. Несмотря на юный возраст, Всеволод Фатеев в музыкальных кругах города и республики – личность известная. Участник различных творческих мероприятий, концертов, фестивалей, полуфиналист проекта «Голос Удмуртии», победитель конкурсов «Арт-созвездие» и «Стать звездой». Запел Сева в 2 года, вдохновившись примером папы, также увлеченного вокалом. Начинал Сева с «Синего трактора», сегодня предпочитает рок-композиции. А так-то нравится «Король и Шут», «Виктор Цой». Ну и 2 английских песни. Какие? «Нойтон» и «Фрикс». Голос, абсолютный музыкальный слух и харизма. Вот чем берет жюри и зрители юный артист. Абсолютно талантливый ребенок, которого природа наградила и голосом, и музыкальным слухом очень хорошим. У него хорошая музыкальная память. И даже когда вот мы поем, да, он говорит, вы не в той тональности поете. То есть ребенок уже в таком возрасте разбирается, как и что петь. К серьезному песенному испытанию Сева под руководством наставницы Эльвиры Теребовой активно и тщательно готовится, разучивает конкурсные композиции. Уже в конце октября юному таланту предстоит выйти на сцену в финале «Детской новой волны». Держим за него кулачки и желаем удачи.